Добрый день, мои дорогие любители вязания! Я рада приветствовать вас на своем канале «Вязание от Ангелины Азимов». Смотрите, мы довязали первый ряд резинки. И смотрите, как у нас получается лицевая петелька, которую мы перекручивали. Вот, она уже идет перекрученная, смотрите. Ее никуда перекручивать не надо. Вот, мы вяжем по рисунку, ничего с ней не делаем. Помучились только первый ряд. Кто-то думает, ой, как сложно, надо переворачивать. Переворачивать ничего не надо. Вот, мы просто вяжем по рисунку. Просто захватываем лицевую вот с этой стороны. Лицевая же тоже вяжется по-разному. Она может вязаться вот так. Вот, тоже лицевая. Это будет не то. Мы вяжем лицевую за заднюю стенку. Тогда ваша лицевая, смотрите, она будет вот именно посмотреться так, как нам надо. Косичка. Вот такая будет красивая. Вот у вас внизу будет косичка идти. И сверху вот такая красивая косичка. Вот, видно, да? Теперь, чтобы не отнимать много вашего внимания, я хочу вам показать, как мы будем делать, вязать раппорт. Вы связали резиночку столько, сколько вам надо, предположим, да? Столько. Теперь, как мы распределяем наш рисуночек. Мы вяжем, вот наша косичка идет, как шла, вот она, связали косичку, вот косичка связалась. Делаем одну изнаночную, вот она, вот изнаночная, и 6 лицевых. Изнаночная, 6 лицевых, 1, здесь мы переворачиваем, 2. 3, изнаночную переворачиваем, 4, 5, изнаночную перевернули, 6, теперь у нас идет по рисунку 1 изнаночная, вот 1 изнаночная и 1 косичка, 1 изнаночная, 1 косичка, вот, все. И так мы с вами вяжем и вяжем, пока не закончится целый ряд. Косичка, изнаночная, 6 лицевых. Но первый ряд лицевые надо переворачивать, если она уже не перевернутая. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 6 провязали, 1 изнаночная, 1 косичка, 1 изнаночная, 6 лицевых, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, перевернули, 6, 6, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, все, и вот точно таким же рисунком, можно вот посмотреть поближе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть лицевых, одна изнаночная, одна лицевая, одна изнаночная, опять 6 лицевых, изнанка, лицевая, изнанка. Вот, так мы и вяжем. Мы вяжем 3 рядочка. Раз, два, три. Связали 3 рядочка. Потом вам понадобится вот такая булавочка декоративная для вязания. И будем делать переплетение. Как это делается, я вам покажу позже. Итак, смотрим, что у нас получается. Вот наша косичка будущая. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Изнаночная, лицевая, изнаночная. И следующие 6 петель, да, у нас лицевыми. Что делаем мы? Мы берем булавочку, снимаем 3 петельки
на нее. Вот они. Сняли, провязали 3 лицевые. Следующие. 1, 2, 3. Теперь возвращаем 3 наши петельки с булавочки. 1, 2, 3. И провязываем их. 1, так, тут. 2, 3. Дальше вяжем по рисунку. У нас рисуночек изнаночный остается. Лицевая, изнаночная. Теперь у нас опять 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 лицевые сняли. Три лицевые провязали. 1, 2, 3. 3 вернули с булавочки. Один, два, три. И их провязали. Все, здесь повтор идет раппорта. Здесь нет никаких сложностей. Я думаю, что с этим справится абсолютно любой. Здесь у нас идет по рисунку изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот, в принципе, и все, что нам требовалось. Следующий ряд. Вы провязываете ровненько все 6 петелечек нашей будущей косички. Все. Вяжете ровным полотном 6 рядов, а потом опять перекрещиваете. 6 рядов связали, перекрестили. 6 рядов связали, перекрестили. Вот. Основной принцип вязания шапки с косой. И смотрите, как мы будем делать завершение. Мы будем провязывать, вы довязали 20 сантиметров, померили по голове, все, 20 сантиметров. Теперь вам нужно провязать изнаночную, лицевую, изнаночную вместе. Коса не провязывается, она просто идет ровным полотном. Опять изнаночная, лицевая, изнаночная вместе, коса идет целиком. Это первый ряд будет донышко убавки ваши. Все, в следующем ряду вы вместе провязываете, вот видно, тут лицевые, 2 вместе, 2 вместе, 2 вместе, вот. Все, то есть таким же образом постепенно, потихонечку вы все убавляете, потом собираете все вместе. Все, ваша шапка готова, можете ее декоративно украсить. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. А готовые вязаные изделия вы можете приобрести на моем сайте.